Всем привет, с вами Полтем, и ребят, если вы на Маке, то рано или поздно вы столкнетесь с такой проблемой, что Мак не проигрывает IV, MKV и прочие форматы видеофайлов. То есть действительно стандартный QuickTime с этими файлами не дружит, и вы будете искать какое-то универсальное решение на первых порах, чтобы, так сказать, все отлично работало. Поэтому я вам хочу порекомендовать приложение под названием L-Media Player. Одно из преимуществ данного плеера — это поддержка AirPlay. То есть вы можете стримить музыку и видео со всех устройств, которые поддерживают AirPlay, где установлена данная программа, абсолютно без проблем. Помимо этого, мы можем увидеть, что видеоплеер спокойно открывает AV формат, и точно так же он откроет и MKV, и многие прочие видео и аудио форматы. В принципе-то он дружит со всеми форматами, которые есть. Также я не один раз сталкивался с тем, что плеер при открытии какого-то тяжелого фильма начинает лагать и подвисать. В случае L-Media Player здесь такого не наблюдается, и все открывается четко и плавно. Также в самом плеере есть огромное количество функций, настроек аудио и видео, с которыми вы можете играться и настраивать просмотр, так сказать, фильма под себя. Еще вы можете открыть онлайн-видео. Для этого мы можем ставить, например, ссылку на YouTube, выбрать формат, в котором мы хотим его просмотреть, нажимаем на «Открыть» и видим, что видео с YouTube у нас теперь стримится прямиком в данный плеер. Это также порой пригодится. Само это приложение, в принципе, бесплатное, однако имеется и Pro-версия, в которой вы сможете загружать видео с YouTube, загружать просто какие-то онлайн-видео, делать скриншоты и многие прочие функционал, который, разумеется, в один обзор просто не влезет. В общем, приложение действительно крутое. Если вы меломан, либо смотрите часто фильмы, то эта программа скушает абсолютно любой формат видео или аудиофайла. Ссылку на данную программу я оставлю в описании к этому видео. На этом можем закончить. С вами был AppleTeam. Подписывайтесь на мои социальные сети, делитесь этим видео с друзьями. Не забывайте о яблочках. Пока!